как бы, да? Или вы застыли? Не слышу! Продолжать нет! Йо-йо! Что-то наш гитарист никак не настроит звук. Гитарист зажигай! Твой гитарист, давай поменяй! Дорогие друзья, следующая песня под названием «Чувство любви». Мы плохо, да, работаем, Николь? Хорошо. Ну давайте поддержим. Понимаете, лучшего аплодисментов для артистов нету ничего в жизни. Ну еще разочек. Вау, спасибо вам, спасибо большое. Задай, задай.
Друзья мои, следующий трек под названием «Время». Дорогие друзья, никогда, никогда свое время попусту не проводите. Надо всегда жить. На концертах. Жить надо толк, со смыслом и к... добрыми поступками для всех присутствующих. Да, эй, гоу! Драгоценная вещь, поверьте.
А вокал там хоть слышно мой? Я вообще... Да! А, спасибо. А то я думаю сам себе тут что-то. Конечно. О, друзья мои, очень хорошая музыкальная композиция под названием «Краски» тоже. Что-то мы заблудимся где-то. Мы заблудимся. Летистка, ты вообще огонь! А еще бы, конечно, попросить более активно вот здесь вот поближе присутствовать и не просто стоять, а немножко хотя бы вот так вот делать. Ну хотя бы вот так вот. А что, распиляйся! Все силы, давай! Считайте нужным, так и надо жить. По жизни. Спасибо.
Полковник Кубиков.
Так, давайте городу дорог. Пожелаем долгой дороги. Длинной, красивой. Без ухаживания девочек, без мешающих полицейских. Отличный город, отличные дороги, ребята. Ровные дороги. Правильно.